Дорогие жители совхоза имени Ленина, я от лица нашей семьи Удальцовых и Левого фронта поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего в этом году, чтобы он был лучше, чем все предыдущие. Держитесь Павла Николаевича Грудинина, защищайте его. Мы всегда с вами и всегда поможем. Потому что мы сами очень любим приезжать сюда, как вот мы приехали сегодня, и почувствовать здесь себя как дома. Здесь атмосфера социализма и, можно сказать, Советского Союза. И это мы ценим больше всего. Поэтому держитесь. Если надо будет, мы всегда придем и поможем, защитим. Давайте бороться вместе. Всего хорошего. С Новым годом!